Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня я хочу вам рассказать о своих огурчиках, которые я буду высаживать в поликарбонатную теплицу. Сегодня 10 апреля. Вот, смотрите, рассадка выращивалась на окошке, ну, с подсветкой. Это верхняя полочка и нижняя полочка. Вот сами огурчики. Растут они в небольших стаканчиках. А сейчас я вам покажу свою тетрадь, которую я веду уже 19-й год. В этом году я посадила свои проверенные любимые огурцы. Сарацин, страж и эколь, которые меня не подводят из года в год. Сеяла я огурчики 1 марта, всходы с 4 марта. Ну а 12 марта я посеяла огурцы, которые хочу посмотреть, как они поведут себя в моей теплице. Это для меня новые огурцы. Вот, смотрите. Пучковое великолепие, само совершенство и веселые друзья. Все огурцы партенокарпики. Я продолжаю снимать свой небольшой ролик. Почему показываю свой палисадник? Чтоб увидели, как еще холодно на улице. Тюльпаны еще совсем маленькие. Только начали цвести крокусы. Это первые весенние цветы. Вот они какие красивые. И покажу вам березы, что на них только начали расти сережки. Это моя теплица поликарбонатная. Сейчас пойдемте, я вам покажу, что у меня внутри. Внутри у нас уже жизнь кипит. На крайних грядках растут растения маленькие. А теперь обратите внимание на среднюю грядку. Это редис. Это горчица. Посеяны они в один день. А почему такая разница в росте? Что средняя грядка у меня теплая. Вниз я положила солому. Горячую солому, которую мы вычистили из курятника. Температура на этой грядке. Вот градусник. Теперь я покажу то, что мы положили в среднюю грядку. Видите, не перепревшая солома с куриным пометом. Через год она превратится в вот такой хороший перегной. Вот я подготовила на грядке лунки. Сразу выкопала по всей ее длине. В каждую луночку немножко положила комплексного удобрения для огурцов с микроэлементами. Видите, я буквально немножко как бы присолила. Потом при высадке буду перемешивать. Сейчас я буду высаживать огурчики. Огурчики из стаканчиков достаются очень хорошо. Корневая система хорошая. Посмотрите, все в корешках. Посадка будет безболезненна. Вот.
второй огурчик. Какая хорошая корневая система. И так я высажу всю грядочку. Вот все наши огурчики высажены, пролиты и замульчированы. Проливаем очень хорошо теплой водой. А теперь это моя хитрость, не хитрость. Видите, я положила с одной стороны тонкий лут рассел и уложила растение огурцов на него. Так как выглянет, когда солнце, здесь будет очень жарко. И грядка нагревается очень сильно, прям бывает горячая. Чтоб листва не сварилась, я ее положила на лут рассельчик. Он сухой, пропускает воздух. И так они будут лежать, пока не окрепнут и не подвяжутся.